театр музыкальной антрепризы «Буф Парадис» уже не первый раз показывает свое мастерство на подмостках Брестского театра. В прошлом году в рамках фестиваля он с успехом показал оперетту «Мистер Икс». Этот спектакль – четвертый проект творческого объединения под руководством заслуженного артиста России Вячеслава Иванова. «Летучая мышь» – классический образец танцевальной оперетты, воспевающий яркие эмоции, любовные переживания, семейные перипетии под торжественные мотивы вальса и польки. Мелодраматический и комедийный стиль оперетты, пронизанный филигранной иронией и тонким юмором, легко воспринимается зрителям, а приятная ненавязчивая музыка создает ощущение праздника, интриги и счастья. Главные роли исполнили молодые звезды российской оперетты, лауреаты международных конкурсов Мария Ворожейкина и финалист телепроекта «Голос» Павел Иванов. Брестчане очень тепло встретили артистов и постановку. Зал смеялся, зал плакал, зал аплодировал. Очень нестандартная, интересная постановка. Актеров малое количество, при этом завернут сюжет. Актеры между собой очень взаимодействуют, ярко. Я бы сказала, с такой своей каждой с изюминкой. Надеемся, что второй антракт будет очень интересным. Позитивное впечатление. Я вообще впервые для себя на оперете, впервые для себя открыла этот жанр. В полном восторге. Мне нравится и игра актеров, и красиво и поют, голоса очень красивые. Вот в полном восторге, мне очень нравится. Очень нам нравится. Вот неожиданно хорошо. И как поют, и вообще сама постановка нравится. Ну прям волшебно. Мне очень нравится. Добавить нечего. Как в театре. В театре, как в театре. Прекрасно. А в эти минуты театр драмы превратился в настоящий танцевальный зал. Традиционно в третий день фестиваля почитатели январских вечеров кружатся в танце под звуки вальса и мазурки под аккомпанемент Брестского городского духового оркестра на настоящем рождественском балу. Но у нас такая будет чисто классическая бальная программа. Она будет состоять из двух отделений. Первое отделение – обязательная программа, танцы. Это обязательный вальс, медленный вальс, танго, краковяк, под испань и полька. Вот это вот у нас будет первое отделение. Потом будет такая разбивочка с Дедом Морозом, поиграем. И начнется второе отделение, такое классическое, звездный вальс, Штраусиана, гордая прелесть осанки, наши солисты будут радовать. Вот такое будет чисто бальная программа. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.